пятницу свое 25-летие отметила Академия наук Татарстана. На торжественном собрании собрались ученые, представители исполнительной власти и общественные деятели. Поздравить гостей и участников встречи приехал ректор КФУ Ильшат Гафуров, президенты и вице-президенты Академии наук Азербайджана, Румынии, Туркменистана, Киргизии и других стран. На встрече присутствовал и первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев. Именно он 30 сентября 1991 года подписал указ о создании Академии наук Республики Татарстан. В настоящее время в Академии 6 научно-исследовательских институтов. На встрече рассказали о деятельности научных институтов и центров Академии наук Татарстана. 30 сентября, ровно 25 лет тому назад, много смелых решений было в то время, но в целом они, каждый из них практически беспроигрыш. Хотя издержки в любом большом деле бывают. В связи с празднованием 25-летия Академии наук ряд сотрудников были удостоены ведомственных наград. Кого-то отметили благодарностью президента Республики Татарстан. А 49 сотрудникам была объявлена благодарность президента Академии. За эти 25 лет была проделана серьезная работа с сотрудниками Академии наук. В числе наиболее масштабных проектов Академии – завершение издания собраний сочинений Гаяза Исхаки, создание татарской энциклопедии, исследования в области татарской филологии и другое. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.